Посольство России в Молдове организовало чартерные рейсы Москва-Кишинев-Москва в ответ на многочисленные просьбы российских граждан посодействовать возвращении на родину. Это стало возможным благодаря договоренностям руководства России и Молдовы. Воспользоваться возможностью вернуться домой могут и граждане нашей страны. Чартерные рейсы Кишинев-Москва были организованы посольством России в Молдове в ответ на многочисленные просьбы российских граждан посодействовать в возвращении на родину. Подобная ситуация наблюдается во многих странах, когда граждане иностранных государств не могут вернуться к себе на родину из-за жестких ограничений, введенных в целях предупреждения распространения COVID-19. Российская и молдавская страна, а также посольство Российской Федерации в Республике Молдова продолжает работу по дальнейшему возвращению наших сограждан домой в Российскую Федерацию. Сегодня ожидается, что домой отправится около 180 граждан Российской Федерации. Возвращаюсь в Москву, конечно же, безусловно, рада. Конечно, как положено, карантин, буду отсиживаться, что делать. Но лучше дома сидеть, чем, грубо говоря, в чужой стране. Будем на карантине пока, а дальше уже неизвестно. Кому вы возвращаетесь? К мужу домой. Очень скучаю. Посольство России в Молдове убедительно просит своих соотечественников, которые задержались в нашей стране из-за действия режима ЧП, обращаться за помощью непосредственно к представителям дипмиссии. В случае организации подобных спецрейсов граждане Молдовы могут воспользоваться возможностью и вернуться домой.